Добрый день, дамы и господа. Это видео будет посвящено одной из проблем, с которыми сталкивается любой турист. Это обмен валют. В этом видео я вам покажу, где находятся обменники, какой лучший обменник и особенности обмена валют на острове Пипхин. Как только вы сошли с катера на пристань и зашли на остров Пипхи, вы увидите сразу с левой стороны написано «Макдональдс». Так вот, левее будет первый большой крупный обменник. Кстати, их на острове три конторы большие, которые занимаются обменом валют. И будет справа небольшой обменник. Я вам покажу его попозже. Так вот, на эти маленькие обменные не надо обращать внимание, потому что, во-первых, у них курс всегда занижен, и, во-вторых, придирается к качеству купюр. Кстати, хочу отметить то, что для обмена валют с вас потребуют паспорт. Обратите внимание вот на, скажем, на обмен, продажу, покупку доллара. Вы видите три шкалы. Если вы приносите мелочь, там 1-2 доллара, вам купят или продадут по одной цене. Если там до 50 долларов, будет вторая цена. Если принесете стольники, то будет третья цена. Поэтому я вам советую, когда поедете на остров Пипхи, запаситесь стольниками. И желательно вот этими новыми купюрами. Они очень любят это. Сейчас я вам показываю с правой стороны, как вы зайдете, небольшой обменник. Он из этих маленьких, ну, более-менее. У него курс такой всегда бывает неплохой, но тоже придирается к качеству валюты. И тоже, видите, то же самое. Мелочь. Одна цена, 5,20, другая, значит, 50 стольники – это третья цена. А вот этот синий, который вы сейчас видите, это самый лучший обменник. Он находится в центре острова. Там, кстати, на этом пятачке прям три обменника. Вот этот синенький, потом крупный желтый и небольшой маленький. Сейчас вы видите место, где вечером происходят бои без правил. И вот этот большой торговый центр 7-7 продуктовый. И от него мы сейчас идем к третьему большому обменнику, который находится на острове Пипхи. По пути, вот сейчас вы видите, небольшой обменник, в котором курс обычно всегда плохенький. И вот этот желтый, это третий крупный обменный пункт валют на острове Пипхи. Кстати, не советую покупать или продавать валюту у местных. Там можно за это нарушение закона и загреметь по полной. Ну, как видите, вот у этого курс чуть-чуть ниже, чем у синенького. Сейчас вы видите тот самый перекресток, на котором находятся три обменника центральных. И вот эта дорожка нас выведет на противоположный берег от пирса, где вы причалили. По пути увидите филиал вот этого желтого обменника. Но у него, кстати, курс даже меньше, чем у центрального желтого обменника. И вот эта дорожка выводит на пляж. Я ее показываю для того, чтобы вы могли сориентироваться. Там как раз будет стоять киоск такси-бот. Это местные тайцы. Они предлагают такси, катера для вокруг острова, на остров Майбэй. И он будет вам ориентиром, чтобы как пройти к этим обменникам.
Thank you.